Женщина ехала по дороге, когда увидела, что на железнодорожных путях сидит какое-то животное. Интуиция подсказала ей, что ему необходима помощь. Женщина остановила авто, вышла из него и направилась к животному. Это был маленький песик породы чихуахуа, он явно потерялся или же его просто кто-то бросил. Малыш был растерян и явно не понимал, что ему делать дальше и куда идти. Несчастный пес выглядел настолько жалко, что женщина решила ему помочь. Спасительница хотела подойти к псу поближе и взять его на ручки, но питомец не откликался, а потом случайно упал в канаву у железнодорожных путей. Выбраться самостоятельно у малыша никак не получалось. Тогда женщина выложила в сеть фотографию малыша и рассказала его историю. Она надеялась, что объявится хозяин питомца, но подождав минут 40, ей стало ясно, что кроху никто не ищет. Тогда женщина поняла, что помогать животному ей придется в одиночку. Она потихоньку достала чихуахуа из канавы, и песик уже никуда от нее не убегал. Позже она поняла, что найденыш был слепым и глухим. Когда спасительница песика доехала до близлежащих домов, она стала расспрашивать местных жителей, не потерял ли кто-нибудь чихуахуа. Усилия женщины оказались не напрасными, вскоре она встретилась с 90-летним пенсионером, который со слезами на глазах рассказал о пропаже любимца. Малыш потерялся примерно 4 часа назад. Но старик уже не надеялся найти слепого и глухого друга, будучи уверенным в том, что тот попал в беду. Вот такая трогательная история.